такой теплый солнечный денечек, абсолютно не осенняя погода. Собралась, зашла в кофейню, попила кофе. Сейчас пойду на почту отправлять книжки. Кстати, кофе забавно выходит, что хоть во влогмасах, что вот сейчас я его пью практически каждый день, хотя на самом деле у меня бывают перерывы там и по несколько месяцев, и по полгода. Просто как-то так получается. Но на самом деле кофе пить – это такая атмосферная вещь, есть у этого свой как бы шарм, и ты сразу такой, да, вот утро, все утро началось, или там день, сегодня будет хороший день, после того, как кофе попил. Прямо очень везет, что столько дней, солнечная погода классная. Так, я хотела поделиться, рассказать, точнее, свое отношение к различным скидочным карточкам, приложениям и вот всяческим, не знаю, акционным уведомлениям от магазинов, от сетей, куда мы ходим, что посещаем. Вот, допустим, есть у нас кафешка рядом с домом. Мы туда ходим редко. Я одна туда хожу чаще. Но все равно каждый раз, когда на кассе спрашивают, там есть у вас наша карта или наше приложение, я говорю нет и никогда это не заведу. Потому что если это все подключить, будут приходить уведомления, а я хочу к ним ходить и пить кофе только тогда, когда я этого захотела, а не тогда, когда мне про это напомнили, то есть смс-кой или каким-то уведомлением приложения. Да, пускай у них там накапливается 10%, но вот эти там 4-5 рублей, которые копятся, будут копиться полгода, они мне, если честно, не так важны. Да и, ну, в общем, это как-то странно. То же самое со всеми магазинами шмоток, в общем, одежды. У меня есть пример про Спортмастер, когда вот как раз для спортзала нужно было купить новые кроссовки, и нам на кассе говорят, что есть у вас карта. Нет, нету, давайте заведем. А зачем? А что она дает? Ну вот она дает накопительные бонусы там или какие-то скидки и так далее. А вот сейчас мы вам подключим нашу карту, и вот еще вот носочки, пожалуйста, за 200 рублей возьмете, и тогда у вас все, и тогда у вас будет скидка там 200 рублей или 150. То есть что-то абсурдное вообще. То есть нам нужно было, чтобы получить карту, и чтобы у нас была какая-то скидка, нужно было еще что-то купить. Но нам это не нужно. Нам не нужны эти носки спортмастерские. И, естественно, я говорю, нет, тогда не надо, спасибо. Но ведь у вас будет скидка. Так зачем она мне нужна? Я не знаю, может, для кого-то это все звучит логично. Для меня это просто абсурд. И то же самое с какими-нибудь пиццериями, типа Оллиса, не знаю, Папа Джонса, потом что еще. В общем, заказывали-то с разных абсолютно пиццерий. И суши, ну, в смысле, и суши, и пиццы, и вот это все с разных сервисов, неважно, приложение или что, у них сразу после заказа есть твой номер телефона, и они будут на него делать рассылку. Но эти смс-ки очень легко добавить в черный список, в бан, и я никогда их не вижу, потому что я хочу заказывать суши, заказывать пиццу тогда, когда у меня возникает это желание, когда я хочу попробовать этот вкус, а не когда мне о нем напомнила смс-ка или их какая-нибудь акция, замануха. Я надеюсь, ветерок не будет сильно мешать. Почему про одежду я настолько против вот этих скидочных карточек? Потому что если тебе нужна вещь, если ты хочешь купить там новые штаны, новую куртку, новую джинсовку, новую кофточку, ты идешь и покупаешь ее. Если ты нашел то, что тебе нужно в магазине, на самом деле будет неважно, сколько это стоит. И там 100, вот эти там 100-150 рублей скидки, они разницу, они никакой тебе не решат вообще ничего. Но для того, чтобы там добить до определенной суммы, от которой будет скидка, или еще, или до какой-нибудь акции их, нужно будет купить еще и еще. Вот эти все там 2 по цене 3, точнее 3 по цене 2. 2 по цене 3, это я бы так продавала. Короче, 3 по цене 2 там, или 1 плюс 1 равно 3, ну что угодно. В общем, это все делается, чтобы больше продать. Это делается не для того, чтобы ты сэкономил. Это делается, чтобы тебе втюхать ненужное, втюхать то, что, ну, зачем там очередная такая же пара обуви или еще что-нибудь. Мне конкретно это не нужно. Я очень большой этого противник. Привет, минимализм. И поэтому никаких вообще карточек магазинов у меня нет совершенно. Абсолютно, абсолютно мне не нужны эти рассылки. И какой-то не хочу себя чувствовать вот потребителем, которому пытаются что-то втюхать. Косметические магазины. Ну вот, допустим, Улыбка Радуги, да. Там, ну, точно раз в месяц я бываю. Но зачем мне там тоже скидочная карта? У них и так прекрасные цены нормальные, иначе я туда не ходила вообще. Единственное, что имеет смысл, это в продуктовых магазинах, да. Вот, допустим,
Кстати, сейчас мы перейдем к суммам, которые уходят в месяц на продукты питания, на еду и так далее. Вот имеет смысл только скидки в продуктовых магазинах и карточки, там Пятерочки, Окея, Вкусвилла. Ты там бываешь практически каждый день, ты заказываешь еду постоянно, еда нужна всегда. И вот это имеет какой-то смысл, имеет вообще какое-то рациональное зерно, и у них рассылок-то фактически нет. То есть да, их, конечно, сложно заблокировать, то есть это нужно специально звонить. У нас была история, по-моему, то ли с Океем, в общем, с какой-то сетью, когда нужно было звонить оператору, оператор тебе перенаправлял, что сделать это все на сайте, а сайт у них в разработке, и, короче, вообще просто не было возможности отключить там рекламную новостную рассылку. Но с учетом, опять же, кинул в черный список в телефоне, сейчас во всех смартфонах это есть, пользуйтесь этой функцией, это очень облегчает жизнь, то, что уходит в месяц. Вот честно, когда была эта история коронавирусная, мы очень таким с интересом отнеслись к новостям, к постам о том, что женщина попыталась выжить на МРОТ и там чуть ли не умерла с голоду, или это было не была не жизнь, а выживание. Ну блин, у нас на двоих уходит в месяц на еду 10-12 тысяч максимум. Это 3 заказа из Окея, Окей-доставка, 3 заказа на 3 тысячи рублей. Там еще что-то из Вкусвилла в течение месяца докупаем, и из Пятерочки, которые рядом с домом. Все. Да, нужно продумать свой рацион. Нужно покупать то, что будет легко готовиться, что будет как бы и полезным, и, короче, гармонично, чтобы было немножко вредного, немножко полезного. Полноценная потребительская корзина россиянина. Если к этому серьезно отнестись и покупать не всякую, не то, что как бы захотелось по прихоти, типа 200 йогуртов, 200 мороженых, а действительно полкрупы, различные виды мясных продуктов, и питаться фруктами, творогом с ягодами и так далее. Короче, все нормально, и никто не выживает на эти деньги. Все прекрасно существуют, прекрасно живут. Это вообще странно, насколько люди одержимы тем, чтобы есть, есть и есть. Конечно, все хотят есть вкусно, но чтобы есть вкусно, не обязательно отдавать бешеные деньги. И на 2000 в день каждый раз закупаться тоже не нужно, чтобы нормально и адекватно вообще питаться. Это все к чему? К тому, что вот в этих магазинах, в которых регулярно заказываешь доставку, регулярно как бы закупаешь продукты, в них, конечно, играет роль там скидочная карта, она дает какие-то определенные плюсы конкретно для потребителя, конкретно для тебя. Но все остальное, что с косметикой, что с одеждой, что с заведениями какими-то, это опять же делают из человека, из обычного городского жителя, просто вечную машину для потребления, которой нужно напомнить, что она, а может быть, пицца, а может быть, новые штанцы 2 по цене одного, а может быть, еще чего-то. Дайте жить спокойно своей жизнью. А если что-то надо, мы придем и купим и так. Вот у меня такой подход, по крайней мере. Код это тоже, по сути, номер. Ты нравишься кувыркаться здесь? Нет. Для вас, короче, приобретённый. Я вот все тут накрывала на стол, ничего не было видно. Все, пока. Ага. Там старые мы все. Вот. Сибирь собралась.
кино снимаем. Сейчас покажет трюк, называется головорот. Видишь, как он? Куда ты? Чак, всегда, когда ты с ним вот так вот играешь, он думает, что это опасность. Этот без когтей. Так вот тебе схватить? Я, наверное, тебя сейчас схвачу. Нет, может, ты меня поцарапаешь? Нет, он тебя поцарапает. Да? Ты меня сильно поцарапаешь, чувак? Он будет вырываться. Он, ну, даже не то, что он тебя поцарапает. А чё так не больно? А чё так не больно, чувак? Да ты чё вообще не умеешь драться? Ладно, отдыхай. Дольче Габбана, у тебя там пример жесткий про Дольче Габбана. В рекламе нет вообще им никакого смысла, никакого профита использовать женщину вот как уверенную, карьеру и все, потому что ей ничего не надо, ей ничего не продать, не втюхать. Она типа полноценная личность. Продают же тем, у кого... Нам пытаются рекламой же показать всегда, что нам чего-то кто-то не у тебя не так. Для счастья. Да. И чтобы у тебя это счастье случилось, нужно что-то купить. Типа купите наши носки, трусы... Меня на это потянуло одежду, косметику, неважно. И поэтому вот постоянно... Другое дело, я не понимаю, какой смысл был там в таких кадрах какого-то около действительно насилия. То есть это уже вопрос к этому, к морали и фотографа и прочее. Но в принципе, в рекламе мы не скоро встретим таких женщин. В фильмах, как бы, да, все появляется.
Да, кстати, там действительно один из ответов был, я не знаю. Джентльмены, да? Да, джентльмены. Да. Нетипичная красотка. Нет такого, что там это... И вот это вот все. Она просто женщина. Но да. Она такая крутая. Нам эти образы нужны, потому что мы начинаем хотеть быть такими же полноценными. Да. А не хотеть эти, повторюсь, носки, трусы, косметику. Слушай. То есть и фильмы этим заряжают, потому что потом хочется их пересматривать, там, равняться правда на этих героинь. Некоторую рекламу хочется, ну, пересматривать. Все-таки реклама, например, той же парфюмерии. У меня любимая реклама духов. Это... Я тебе скину. Спасибо. Угу. Оно того стоит. Да-да-да. Это реклама... Сейчас тебе скажу, это Кензо. Честно, купила в конечном счете за философию, которую вложили в эти духи. Реклама очень необычная, как бы типичная реклама парфюмерии. Это какая? Вся такая из себя тра-ля-ля. Красивая женщина делает что-то красивое с красивым мужчиной. А там реклама была о том, что девушка уходит с какого-то очень грустного аукциона или какого-то званого ужина, ну, что-то такое. И потом начинает танцевать просто как припадочная. То есть она там, ну, передергивает глазами, и она совершенно дергается, она вся такая там просто... Ну, свободой, наверное, цепляет из-за свободы, из-за того, как она себя ведет. Хочется и это купить, и пересматривать, и пересматривать. Она рвет шаблоны, вот. Она как бы красива, она прекрасна, но у нее не боится, совершенно да. нет цели быть сексуальной. Да. А меня вот... То, что я задавала вопрос, совершенно бесит, то, что, блин, у нас противопоставление. А большинство вот этих брендов, особенно одежды, они, конечно, устарели, у них вот эти все концепции устарели. У Пандоры и у Дафа очень, ну, схожи в этом плане ценности, вот какой-то эксклюзивности, что как Пандора, типа, собери вот этот свой браслетик угу. под себя, и ни у Хотя кого это... Хотя странная концепция, я вообще не понимаю ее. Ну, типа, ни у кого такого второго не будет, но мы продаем эти кубики по всему миру, и их миллиарды, типа, одинаковых. Такой вот получился влог, растянутый на несколько дней. Несколько встреч с друзьями, очень милых, очень уютных. Сейчас уже понедельник, начало дня, начинается новая неделя. И когда я начала просматривать и монтировать, я захотела добавить несколько слов о моем первом монологе на лавочке, про карточки магазинов, про потребительскую корзину россиянина и вот на эту всю тему. Опять она со своим капитализмом. Это всюду людям вообще льют в уши, как классно жить статусно, жить успешно, и что тратить просто беспорядочным образом деньги — это норма. Даже тот же минимализм, я прекрасно понимаю, он бывает разный. То есть он, во-первых, это стиль в интерьере, это стиль вот, образа жизни, это стиль гардероба, то есть внешнего какого-то образа. Но для меня минимализм, с тех пор, как я с ним познакомилась, он в первую очередь связан с простотой. Не случайно книги, которые дали какие-то зачатки всей этой темы в меня, во мне, это была «Искусство стильной бедности», это был «Таро» Олден или «Жизнь в лесу». Это вот все было об отказе, об уходе из мира потребления, из города, из социума. Я, естественно, как современный человек и как девушка, которая живет в 21 веке, я ниоткуда уходить не хочу, жить в лесу не собираюсь, но вот эти вот какие-то законы, элементарные правила простой жизни, они, ну, сплелись с моим образом жизни и, соответственно, с минимализмом. И я в какой-то мере горжусь тем, что смогла прекрасно и гармонично сочетать вот эту простую жизнь и жизнь современную, жизнь городскую, жизнь в Петербурге, жизнь творческого, осознанного человека. Для меня какие-то моменты касательно экономии, касательно планирования бюджета, касательно вот этих вот распознавания давления как на потребителя или рекламы, я горжусь тем, что могу говорить об этом честно и никак не стыжусь того, что вот я за простоту, я за экономию и за то, чтобы деньги тратить не ради того, чтобы их тратить, не ради статусности, не ради того, чтобы почувствовать себя богатым, почувствовать вот эту имитацию роскошной жизни,
а ради себя, ради своей разумной, счастливой жизни, ради того, чтобы было меньше беспокойства, было меньше тревожных мыслей о будущем и о завтрашнем дне. Я ни в коем случае не стесняюсь, не стыжусь, и с большим удовольствием буду лучше рассказывать о том, как в месяц тратить 0 секунд и 0 рублей на то, чтобы у вас были там здоровые волосы, здоровые ногти, вообще нормальный ухоженный внешний вид. И мне нравится показывать именно простую жизнь простого человека, а не специально для влогов ходить по ресторанам или готовить только стейки и авокадо-тосты на завтрак. Это буду не настоящая я, а я вот такая. И так же, как я не понимаю, почему при устройстве на работу в некоторых компаниях очень, не то чтобы зазорно, а как говорить о зарплате, нет, это очень такая тайная вещь, каждый сотрудник на своей должности должен вот просто получать свою денежку и молчать о том, сколько он получает. Я не понимаю, с чего вдруг, и также я не понимаю вообще запрет на разговоры про денежные темы или про то, кто сколько на что тратит. Каждый человек, конечно, тратит заработанные собой деньги, как он хочет. Но также каждый может рассказывать без стыда, без какого-то стеснения о том, как он их тратит. И так же, как какой-то блогер может показывать сколько угодно, как он ходит по бутикам, как он, не знаю, ужинает, обедает в ресторанах и живет вот такой а-ля роскошной жизнью. Также и простой человек, если он снимает видео, он может показывать, как он вот, питается дома, рассказывать, что он на что потратил, как он экономит. В этом нет ничего осудительного. И я не считаю, что это должно хоть как-то порицаться обществом. То, что я перечисляла, когда говорила про карточки, про скидки, я ведь говорила там и про косметические магазины. И, ну, я вот опять же со своей колокольни, хозяйственной колокольни, а не бьюти-гуру, я сказала про улыбку радуги. Но ведь туда же попадает и Литуаль, и Ревгош, и с одеждой точно так же. Так вот, вот это стремление за статусностью, за какой-то роскошной жизнью, оно уже сейчас, в 2020 году уж точно, давно потеряло всякий смысл и стало очень наивным. Любой студентишка может выпросить iPhone в подарок у родителей или взять там на него кредит и потом питаться только дошираками, или вот, выпросив у родителей, лишиться этих денег, которые можно было вложить, допустим, в оплату образования или элементарно аренду квартиры проплатить на несколько месяцев. Очень много людей, которые не имеют средства для того, чтобы покупать там такие вещи, они пытаются это делать. Непонятно зачем, непонятно для кого. Просто для того, чтобы в обществе казаться лучше, казаться круче. Я себя чувствую замечательно и полноценным, абсолютно прекрасным, абсолютно ухоженным и счастливым человеком. Неважно, в одежде я там купленном в каком-то магазине или там какого-то бренда, или из секонд-хенда, на мне сейчас тряпочка. И также с едой, от готовки дома и от простых продуктов, от их приготовления я не чувствую себя в чем-то ущемленной. Для меня радость в другом. В том, чтобы просто прогуляться по улице, в том, чтобы там сорвать какой-нибудь осенний листочек, а потом нарисовать его, а потом это все сфотографировать и куда-нибудь выложить. Ну вот так, может быть, это для кого-то странно, а для меня это норма, и мне нравится показывать так, как есть. А деньги... Для меня нет лучшего вложения, вообще использования денег, кроме как, вот как раз-таки, быть уверенной в будущем. Быть уверенной в завтрашнем дне, чтобы быть как-то более самостоятельной, более независимой, и чтобы легче перейти к новой ступени взрослой жизни, когда уже закончится съем жилья, ну и когда много чего изменится. Вот во что лично мне больше кажется разумным вкладывать деньги и ради чего их стоит экономить. Если рассматривать вообще деньги как способ наслаждаться каждым днем, там жить одним днем, то у меня вот это вот наслаждение того, что один день живу, могу делать, что хочу, оно проявляется скорее в том, как я провожу свободное время и в отсутствии ограничений на вот это, на самовыражение, на творчество. Я здесь отношусь так, что «ах, что будет завтра, неважно, сейчас я хочу сделать это». Но вот как-то просто сложилось, опять же, все тянется с подросткового возраста, ну вот да, наверное, с 16 лет так и сложилось, что для меня трата денег и покупка себе чего-то, она не приносит той радости, какую радость мне приносит, когда я вот захотела там осуществить какую-то свою идею, и я беру ее и осуществляю. Так как у меня все равно есть зрители, которые что-то комментируют и что-то пишут, мне интересно будет почитать ваше мнение об этом, правда, прям напишите, действительно, прошу об этом. Вот, и я, наверное, потом в каком-нибудь влоге хотела бы рассказать
про вот этот вот уход салонный. Ну, это, конечно, это не салонный уход за собой, но все равно, как, короче, за ноль вообще траты свободного времени и денег иметь приличного вида волосы, приличного вида ногти, да и вообще отношение, в принципе, к тому, как должна выглядеть девушка и молодая женщина в России. Я вот на эту тему бы хотела еще поговорить. Вот, вроде дополнила нормально то, что говорила в начале видео. Ладно, у меня начинается понедельник. Всем спасибо, что смотрели, и всех обнимаю.